бутерброды с тунцом – это отличный вариант легкой закуски. Их можно взять с собой на природу, подать на будничный и праздничный стол, будет вкусно, ярко и свежо. Такие бутербродики придутся по вкусу всем. Свежие огурчики можно заменить солеными или маринованными, а также помидором, пробуйте. Необходимые ингредиенты, досмотревшим ролик до конца. Багет нарежьте и обжарьте в небольшом количестве масла. Тунец разомните вилкой и соедините с творожным сыром. Добавьте тертые вареные яйца и зеленый лук. На остывшие кусочки багета намажьте пасту и украсьте кружочками огурца. Приятного аппетита! Вкуснее тем, кто подпишется. Подписывайтесь и ставьте лайки. Вот что нам понадобится. Багет 1 штук. Тунец 200 грамм, консервированный. Сыр творожный 150 грамм, сливочный. Яйцо 2 штуки, отваренные. Лук зеленый 1 пучков. Растительное масло 50 грамм для жарки. Огурец 1-2 штуки. Количество порций 6-8. Спасибо за просмотр, напишите, что вы думаете, или просто лайкните. Я рада гостям.